Персональные данные, доступные всем. Из Роскомнадзора в прокуратуру Ленинского района поступила информация о том, что на официальном сайте Центра занятости населения в открытом доступе находятся анкеты граждан, признанных безработными или ищущими работу. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, семейное положение и другие персональные данные 10 человек были вывешены с 2013 года. Периодически анкеты менялись. Теперь ответственный сотрудник Центра занятости за свою недоработку заплатит штраф от 500 до 1000 рублей. Ввиду того, что в Центре занятости было назначено лицо должностное, которое несло ответственность как раз за размещение и за работу с персональными данными, прокуратура района в отношении этого должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы направлены для рассмотрения в суд.